Молодые актеры театра-студии «Вариация» вчера вернулись в Коряжму из Новодвинска. Премьера драматической баллады «Не покидай меня» произвела фурор на областном фестивале. Никите досталась непростая роль. В свои 18 лет он должен был убедительно сыграть полковника, уверенного в себе взрослого мужчину. Перед выходом на фестивальную сцену волновался, но задачи справился. Какого-то опыта жизненного порой не хватает еще, чтобы сыграть взрослого мужчину, плюс полковник того времени. И вот как-то потихоньку, смотря какие-то фильмы, слушать музыку, потихоньку собирался такой вот образ, такого вот твердого, серьезного, точно знающего полковника. Мне было очень легко, когда я вышел на сцену. Публика очень довольно приятная, такая теплая вот атмосфера. Это было здорово. Алина Мелькова и вовсе вошла в номинацию лучшей женской роли фестиваля. Она играла роль отважной девушки, которая должна была выполнить спецзадание разведки. Моя роль – это роль девочки, подростка. Ну, у нас у всех, у четырех девочек такая роль. И мы идем в команду, в группу, которая должна была выполнить очень важное задание. Но изначально мы этого не знали. Мы хотели показать мужество этих героинь, их отважность. Военная тематика и патриотический контекст постановки «Не покидай меня» посвящены 70-летию Великой Победы. В балладе говорится о тех нравственных ценностях, без которых невозможно победить врага, стать героем и быть настоящим патриотом. Удачное выступление и высокая награда придали вдохновение театралам. 10 и 28 апреля драматическая баллада «Не покидай меня» предстанет на сцене культурно-досугового центра. Билеты в кассе КГДЦ.